Доктор, что с моей ногой? Что показал снимок? Видите ли, голубчик, вы, очевидно, очень любите скитаться по разным местам. Так вот, одна из косточек вашего организма оторвалась. И, подобно хозяину, решила попутешествовать по вашему телу. Доктор, вы меня пугаете. Что со мной теперь будет? Но вы не отчаивайтесь. На границе мы ее задержим. И вернем обратно на законное место. Врач сказал, что мои кости без моего согласия путешествуют по моему организму. Зачем? Почему? Действительно, в последнем походе... Что значит в последнем? Хорошо, что это случилось в городе. А если бы это произошло раньше, в походе? Будет юмористический фильм «Минутка». Каждый человек должен посадить дерево. Если тебя пригласят в водный поход, никогда не соглашайся. Держись подальше от этих странных людей. Это реально тоталитарная секта. Тебя, скорее всего, будут уговаривать. Примут радостно. И тут же запишут в состав экипажа. Они будут уверять, что это тебе понравится, и ты будешь им благодарен всю оставшуюся жизнь. Не верь. Танька должна сегодня обжариться рыбку. Вон такая же. Это еще у нее одна рука занята. Надо. Тебя хвост вон там. План у меня покажи, я скажу, это не я. Сколько в жизни путей и дорог, сколько троп я один прошагал, сколько раз я до нитки промок, когда ливень дороги застал. Мне казалось, что это исход, но я падал и снова вставал, продолжая виток из дорог, сам не зная, что в жизни искал. Сережа, тебе не нужно будет носить тяжести, ведь это не пеший поход. Можно не ограничивать количество продуктов, потому что лодка понесет все сама. А ты идешь себе на байдарке и любуешься красотами природы. Ты услышишь еще много сладких, одурманивающих слов. Не поддавайся. Не верь этому заманчивому бреду. Не верь ни одному слову. Если согласишься, все, ты пропал. Чтоб я так отдыхал.
Там реально красиво. Ты сможешь снимать отличные пейзажи. А еще портреты. Ты ведь любишь снимать людей? Когда вокруг все отдыхают на лоне природы, какие у них одухотворенные лица. Ведь они тоже наслаждаются отдыхом на природе. Не верь этому заманчивому бреду. Не верь, не верь ни единому слову. А однажды, среди ночи, тебя разбудит плеск воды. Но это будет не зов реки. Просто твой напарник будет ладошками вычерпывать воду из палатки. Вокруг тебя будут камни, болото и комариный рай. Не отдыхать тебе больше на жарком пляже. Не увидишь ты больше ни пирамиды, ни Акрополь, ни Эйфелеву башню. Потому что отныне ты будешь проводить отпуск в лодке, в вечно мокром гидрокостюме. Грести до полного изнеможения, не имея возможности сойти с маршрута. Ведь ты привязан к реке и к своей любимой байдарке. Когда-то ты все-таки попадешься на эту удочку и через много лет окажешься на этой реке, у которой даже нет имени, нет названия на карте. Все придет, я уверен, придет. Все наладится скоро опять. И черемуха вновь зацветет, и мы будем от счастья не спать. Пусть дороги трудны, но и пусть нам достанется наша одна. Только ты изгони сердце грусть, не давай ей приют никогда. Пусть дороги достанется наша одна. Только ты изгони сердце грусть, не давай ей приют никогда. Только ты изгони сердце грусть, не давай ей приют никогда. Действительно, это могло произойти в походе. Снимки сразу не мог посмотреть? Да он, я прикинул, вроде 28-й. Ну-ка, примерь. 28-й. Ладно, пробиваем. А сестру на склад пошлем, пусть принесет. Теперь со спицы надо решить. Ведь она внутри. Он худой. Ну, как повернется ночью на этот бок, так она и вылезет. Ничего, загибай, остаток обрежешь. Теперь зашить надо.